А прямо сейчас советы доктора, не выходя из дома. У нас в студии Наталья Донц, и это «Вопрос доктора». Доброе утро. Доброе утро, друзья. Итак, сегодня хотим обсудить очень интересную тему. Для многих, я думаю, она будет актуальна и полезна, и важна. Тема энергетиков. Многие пьют, слышали, знаем, но вот чем они опасны, что в них содержится и почему все-таки нельзя это делать? Мы сегодня это обсудим. Либо же, может быть, можно, но в каких-то определенных количествах. А вот давайте узнаем. Что такое энергетики? Это напитки, которые повышают уровень энергии в нашем организме, улучшают мозговую активность на время и даже усиливают выносливость. Пока только плюсы, да. Да. Спасибо, с нами. Это, конечно, все временно. Многие люди, конечно же, употребляют энергетики, не подозревая, конечно, о их опасности. Одно дело, когда взрослые пользуются энергетиками, то есть уже сформированные люди, а другое дело, когда ими пользуются наши дети, подростки, когда они идут из школы домой. То есть, потому что это модно или это кто-то пьет из их друзей? Вот именно. Организм ребенка только формируется, нервная система, эндокринная, иммунная система, мышцы. Все только формируется у ребенка, и многие родители даже и не подозревают, насколько это пагубно для растущих детей. Что вообще находится в энергетиках? Две основные составляющие – это кофеин и сахар, либо заменители сахара. Мы все знаем кофеин как такой стимулятор нашего организма. Да? Выпил чашечку кофе и взбодрился. Вообще, что в норме происходит в нашем организме? Мы, когда с вами устаем, у нас вырабатывается такой тормозной нейромедиатор, который называется аденозил. И он заставляет организм прилечь, отдохнуть, набраться сил. Ну, конечно же, наша современная жизнь, она не предполагает, да, что мы там среди дня или на рабочем месте легли, и нам проще использовать какие-то напитки, которые содержат кофеин. Одно дело, когда мы выпиваем чашку кофе, допустим, эспрессо содержит 40 миллиграмм кофеина. Другое дело, когда человек выпивает энергетик, в нем 400 миллиграмм кофеина, то есть в 10 раз больше. Кофеин, как он действует на наш организм? Это как хлыст для наших надпочечников. То есть он стимулирует выработку кортизола и адреналина, а обычно эти гормоны у нас вырабатываются во время стресса. И у нас появляется вот эта вот временная энергия для того, чтобы справиться со стрессом или убежать, или что-то сделать, или дать сдачи, допустим. Да? И, конечно же, такие большие дозы кофеина, они пагубно действуют на наш организм. То есть человек, когда выпивает энергетик, он сразу чувствует, сердце начинает вылетать, пульс зашкаливает, в голове пульсация усиливается. Конечно, временно уровень энергии возрастает, но мегадозы кофеина, они приводят к развитию стрессовых язв. Я как гастроэнтеролог сплошь и рядом вижу, люди приходят с фиброгастроскопией, это исследование желудка, и там просто видны вот эти кровоточащие язвы, как решето. Начинаешь выяснять, в чем дело, там, может быть, какие-то погрешности в питании, а человек просто использует на регулярной основе эти энергетики. Плюс, конечно, большие дозы кофеина – это энергия взаймы. То есть, естественно, если организм дал нам эту энергию, потом происходит истощение. Второй компонент всех энергетиков – это сахар. Чтобы вы понимали, допустим, вот если мы любим, к примеру, с вами сладкий чай, да, или сладкие кофе, сколько мы положим с вами? Ложку, кто-то две, кто-то там сладкоежка три ложки чайные. Кто-то заливает в сахарницу. Это уже будет домашний энергетик. Да, а в банке энергетика содержится 12 чайных ложек сахара. То есть, по большому счету, мы на регулярной основе такое не используем дома. Сахар, что он делает? Сахар – это легализованный наркотик. Он повышает концентрацию дофамина. Дофамин – это такой медиатор, который нам сразу придает силы, выносливость, желание что-то делать. То есть такой медиатор радости, счастья и мотивации. Но, конечно же, через время уровень дофамина истощается, и люди, наоборот, чувствуют себя вялыми, уставшими, опустошение. Плюс сахар – это естественный продукт, который нам дает энергию, но нам можно было бы съесть и банан,
допустим, да, перед тренировкой, чтобы у нас была энергия. Все, конечно, знают, что сахар – это зло, что куча заболеваний формируется, когда люди злоупотребляют сахаром. И это не только лишний вес, это не только развитие сахарного диабета, потому что сахар, что это такое? Это, по большому счету, это яд для нашего организма, потому что когда вот мы выпили, допустим, банку энергетика, 12 чайных ложек сахара, сразу в нашем организме вот этот повышенный уровень сахара циркулирует, и он является как токсином, то есть он вызывает воспаление, он травмирует эндотели наших сосудов, то есть возникает большое количество проблем. А плюс вот эти наши гиперактивные дети, да, это же сахарные дети, поэтому сахар – это зло. Но если сравнивать с заменителями сахара, которые добавляют в энергетики, то сахар считается даже лучшим вариантом. Почему? Ну, в общем, лучше взять одну ложечку и в чай, чем вот те заменители, которые в тех баночках? Конечно. Многие производители энергетиков, они кладут вместо сахара заменители сахара, ну просто потому, что это дешевле. И человек, может быть, больше, допустим, там поведется на рекламу, когда там будет написано «энергетик без сахара. Да. Да? А что такое без сахара, друзья? Это заменители сахара, причем довольно-таки опасные заменители сахара. Это аспартам. Аспартам превращается в нашем организме при температуре выше, чем 36 градусов, в формальдегид. Формальдегид – это то, в чем хранят обычно в анатомке трупы. То есть это нейротоксин для нашего организма. И второй заменитель сахара – это фруктоза. Так вот, фруктоза не все природное, так скажем, полезно для нашего организма. Фруктоза – это опасный заменитель сахара для всех, и для здоровых людей, и для больных диабетом, потому что фруктоза, она может расщепиться только в нашей печени. Если она полностью не расщепляется, а там всего какое-то количество небольшое наша печень способна расщепить, она превращается в жир. И люди, которые злоупотребляют энергетиками, они просто-напросто страдают и ожирением печени, которое приводит потом к циррозу, и, конечно, лишним весом. Вот я энергетик пила один раз в своей жизни. Это было в студенческие годы, после которого мне было очень плохо. То есть была компания, все пили, но стало плохо мне. У меня сердце колотилось так сильно, что мне казалось, что сейчас произойдет что-то очень страшное. У остальных было все в порядке. Вот почему так происходит? Вот в целом мне еще хочется эту тему обсудить. Но как это так влияет на организм? Все очень просто. Кофеин должна вывести наша печень. И у всех разная генетика по выведению кофеина. Ведь многие люди, допустим, вообще не пьют кофе, потому что чувствуют, выпили чашечку кофе, и все, сердце вылетает, становится плохо. То есть у них генетика медленного выведения кофеина из организма. И они практически не используют кофе, они, как правило, чаи используют. А некоторые люди, наоборот, могут кофе пить и 3, 4, и 7 раз в день. И все у них будет прекрасно. Это генетика быстрого метаболизма, то есть быстрого выведения кофе. Видимо, у вас есть генетика низкого метаболизма, поэтому, когда вы использовали энергетик с большим дозом кофеина, да, действительно, организм отреагировал вот именно то таким есть, образом. То есть ты и так быстрая. Но влияние, получается, того энергетика, что на тех людей, что на меня, одинаково пагубно. Одинаковое, да, но на вас он токсичнее влияет, потому что ваша печень не может справиться с выведением тех веществ, из которых он состоит. Ну, вроде как, там еще есть и какие-то полезные вещества смотришь, ну что-то вроде как есть. Да. Что-то очень даже полезное. Прочитал, таурин, зашел в интернет, да. Да, прочитал, это все полезно вроде для организма. Да, действительно. Многие производители для того, чтобы, ну так скажем, чуть-чуть сделать более полезным свой энергетик, они добавляют туда небольшие дозы таурина. Таурин – это аминокислота. Между прочим, очень хорошая аминокислота. Она используется у пациентов с сердечными проблемами, улучшает метаболизм сердца, используется для разжижения желчи. Производители добавляют L-карнитин. Мы все знаем L-карнитин. Да, это такая аминокислота, которая дает энергию. Даже некоторые там думают, что от нее худеют, стройнеют. Минимальные дозы витаминов группы В, казалось бы, да что тут плохого, да? Витамины группы В как раз и нужны нам для того, чтобы мозг хорошо работал, но... Просто здоровая батарейка для нас. Да, но на самом деле вот эти полезные вещества, они полезны именно в отдельности, но ни в коем случае не с мегадозами кофеина и сахаров. Так, ну а вообще, если не...
часто употреблять, там вот, допустим, у тебя ситуация, нужно на работе выполнить какое-то обязательство, задачу, там, да. Задачу, да, в краткие, в кратчайшие сроки, ты уже все устал, ты выпиваешь таргетик, тебе становится легче это все выполнить, ты делаешь, да. И все, потом дальше не пьешь. Да. Так можно, либо так же... Так можно, да, действительно, так можно, то есть если вы иногда, вот чисто по требованию, или там перед тренировкой, или там, не знаю, какая-то экскурсия у вас, да, на целый день в город, или вот вам действительно нужно выполнить какую-то задачу, используйте однократный энергетик, не вопрос. Организм все выведет, если вы это хорошо переносите. То есть так использовать можно. Но тут нужно просто понимать, если люди начинают чаще использовать вот эти энергетики, то есть если у них уже потребность прям возникает, не выпил энергетик... зависимость, да? Зависимость, да. Если не выпил этот энергетик, плохо себя чувствует, то здесь нужно подумать, а почему в организме эта энергия не вырабатывается? И здесь уже, конечно же, нужно обратиться к доктору, потому что первое и основное – это дефицит железа. У нас железо переносит кислород к каждой клетке организма, и в этих клетках вырабатывается энергия. Второе – это жесткий дефицит по витаминам группы В. Дело в том, что мы живем и думаем, что мы все получаем из еды. На самом деле слишком много витаминов группы В сливается на стресс. Мы с вами живем в состоянии какого-то хронического стресса. Или, допустим, люди, вот сейчас был летний период, все включено, употребляли там какие-то сладкие газировки, алкогольные напитки, тоже печень выводит все эти токсины при помощи витаминов группы В. И у людей, если возникает дефицит, то, соответственно, не вырабатывается энергия. Третья проблема, если человек просто не спит вовремя, своевременно, потому что для нас с вами кровати – это как зарядное устройство для наших батареек. То есть мы, когда ложимся в кровать, мы заряжаемся энергией на следующий день. Если мы не выспались, если мы поздно легли спать, то, естественно, на следующий день у нас энергии маловато, и нам нужно что-то для того, чтобы эту энергию подхлестнуть. Или сладенькое съесть, или там кофе выпить, да, побольше, или люди пользуются энергетиком. И четвертая причина, из-за чего возникает снижение энергии в организме, это состояние интоксикации. То есть люди очень часто ходят с печеночными проблемами, печень воспаленная, а, как правило, печень не болит. Люди не идут, не делают ни УЗИ, не сдают печеночные пробы, а тем не менее в состоянии интоксикации, когда печень воспаленная, энергия не вырабатывается. И у человека постоянная вялость, усталость, туман в голове, сонливость какая-то. И еще одна основная причина снижения энергии – это низкий уровень гормонов щитовидной железы, потому что именно щитовидка отвечает за наш обмен веществ и за наш уровень энергии. Поэтому если возникает все-таки потребность в приеме энергетиков, то это повод обратиться за медицинской помощью, проверить организм и просто восполнить все дефициты, отрегулировать его, и тогда все будет хорошо. Ну, если говорить о том, как влияет, мы уже, в принципе, это обсудили, но какие последствия могут быть? Вот. Особенно, мне кажется, да, это касается подростков, детей и так далее. Взрослые уже могут за себя ответственность взять. В первую очередь, конечно, истощается сердечная система. То есть, когда сердце колотится под 150 ударов в минуту, происходит истощение. Сердце – это мышца тоже, когда много работы, истощается по витаминам и минералам. Истощается нервная система. То есть, после вот этого состояния бодрости, прилива сил, наступает наоборот апатия, депрессия, сонливость, вялость, то есть требуется дополнительная доза. Желудочно-кишечный тракт страдает всегда. Во-первых, желудок от вот этих мегадоз кофеина, защитный слизистый слой полностью уходит, и у людей просто-напросто появляются язвы. Печень должна вот это все химическое счастье тоже вывести. Благо, если у человека есть ресурс, а если нет ресурса, то будет воспаление в печени, будут проблемы с кишечником. Ну и самое основное, это наши надпочечники истощаются, потому что мегадозы кофеина и сахара – это хлыст для надпочечников. А если истощается надпочечники, как мы дальше с вами будем справляться со стрессовыми ситуациями? Мы же даже не сможем адекватно отреагировать на этот стресс. Хочу заметить, что есть хорошие натуральные энергетики, копеечные энергетики, которыми люди не пользуются, может быть, просто в силу того, что они не знают. Но у нас в аптеке продается янтарная кислота. Стоит там, может быть, 2,5 рубля 10 таблеток. Янтарная кислота – это является естественным веществом, которое способствует выработке энергии в наших клетках. Есть такие препараты, допустим, они используются
продукты для улучшения мозгового кровообращения, как миксиприм, миксидол, они тоже дают энергию нашему организму. Такая аминокислота, как цитрулин, как правило, продается или в магазинах здорового питания, или там, где спорпит, обычно ее используют ребята перед тренировками для того, чтобы дать себе больше энергии, да, на тренировку. Вот этим как раз можно пользоваться, если чувствуете, что нет энергии, но за это время пройти обследование и решить вопрос, а почему у вас возникла необходимость в приеме этих средств. Вот так вот. На самом деле, очень серьезная тема. Получается, со всех сторон мы ее обсудили. Вам большое спасибо. Узнали много нового. И вот отмечаем нашим телезрителям. У нас сегодня в гостях была доктор Наталья Донцу. Всего доброго. Хорошего дня. До свидания. Спасибо, друзья.